Работа не волк, в лес не убежит. Такая фраза может прийти в голову любому, кроме этих 5 тружеников. Японские роботы сваривают в режиме нон-стоп как 100-килограммовые детали, так и совсем крошечные запчасти будущего трактора. Такой трансформер заменяет с десяток рабочих рук. Роботизированная сварка, у нее, соответственно, по сравнению с ручной, у нее больше производительность, качество продукции больше. Все параметры сварочного источника всем подаются с контроллера. В любой момент времени по программе он задает те или иные параметры. Свой машиностроительный путь предприятие начинало с ремонта и модернизации тракторов. Признание первые крупные заказчики у завода появились 8 лет назад, когда ДСТ «Урал» спроектировал собственный бульдозер. Сегодня машины здесь собирают индивидуально под каждого заказчика. То есть вы пришли купить автомобиль условно и начинаете собирать свой автомобиль, начиная не с цвета кузова, а как он выглядит, какие колеса поставите, какой двигатель, какую коробку. Вы сами как можете собрать, но естественно мы помогаем, чтобы это работало хотя бы. То есть это должно выполнять основную задачу. Ручная сборка, она всегда лучше. Собирает конвейер, грубо говоря, стоит за ним оператор. Где-то он ошибся, а здесь от начала и до конца человек. Комплектующие ДСТ «Урал» закупают у солидных европейских производителей. С этого года с конвейера предприятия сошли бульдозеры с гидростатической трансмиссией компании Bosch. Челябинские тягачи продают по всей стране. Это как раз типичный пример предприятия новой экономики, когда на небольших ресурсах, на относительно небольших площадях с использованием небольшого количества людей создается достаточно конкурентная продукция в больших масштабах. Сегодня ДСТ «Урал» выпускает более 200 единиц техники в год. Предприятие намерено взять новую высоту. Около 500-600 тракторов и бульдозеров сойдут с конвейера Челябинского завода уже в этом году.